Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Hustle Castle. Так, ну что, ребятушки, смотрите, что я в последнее время решил замутить. В общем, здесь через 5 часов у меня будет достаточное количество легендарной пыли, которую я пущу на улучшение своих самоцветов. По поводу самоцветов, я уже некоторые, ребят, не все, но некоторые я попробовал поставить. Так, секунду, сейчас посмотрим. Чё-то я не вижу ни одного самоцвета. Так, ну что, я решил здесь вот немножечко улучшить свою ассасиночку. Вот, я хочу еще сейчас, ребята, ну если у меня, конечно, получится, я успею это дело сделать, у Грава выкупить вот этот вот за 6000 жетонов. Осталось тут буквально немножечко. Если я его приобрету, я, естественно, воткну. Короче, ребят, суть какова. Начал заниматься я этими самоцветами, да? Чисто, наверное, благодаря только этому ивенту, потому что мне начали выпадать они. Ну, не выпадать, я их начал покупать. И да, действительно, начала потихонечку расти мощь моего отряда. И я подумал, что, наверное, я укомплектую полностью своих ребят самоцветами. Зеленые я буду скрещивать до синих. Если будет много синих, естественно, буду делать из них фиолетовые. Разобрал, кстати, наверное, уже шмоток 5 легендарных. Вот эти вот тоже у меня на подходе. Я вот думаю, наверное, и лук снести. Ну и ожерелку. Но это уже будет видно. По крайней мере, где-то здесь. Сколько тут, я уже не помню. То ли 200 пыли будет. Или 2000 пыли. Я не могу точно сказать, ребята. Потом посмотрим. Ну что, давайте, наверное, немножечко поиграем. Кстати, ходил в портал я в эти выходные. Но, ребята, без этого усиления, без X3. Вообще, просто так пошел и поиграл. И докуда я дошел? Я дошел, ребята, до 74 уровня. Я дальше не стал повышаться. Думаю, смысла нету. И просто фармил 70 уровень. В чем была суть, ребят? Суть была в том, что я заработал себе фиолетовых осколков 3 штуки. 3 или 4. По-моему, 3. Вот. Ну и, соответственно, они у меня пойдут куда? На легендарную шмотку, ребята. Также я собираюсь еще заказать две эпические шмотки. Как видите, у меня есть синие кристаллы. Одна из них уже готовится, по-моему, если не ошибаюсь. Вот здесь вот эпическая шмотка одна делается. Я сделал посох и хочу вот сюда. Но мне не хватает, ребята, по-моему, манны. Или вообще-то сейчас уже хватает. Да, уже хватает, можно, в принципе, заказать. Вот так вот мы с вами сделаем. Эти шмотки я тоже буду, ребята, разбивать на кристаллы и делать уже легу. Так, что далее? Далее нам нужно, ребят, наверное, вторжение отбить, я так понимаю. Да? Заработать еще, как говорится, себе немножко билетиков. У нас, получается, там 500 не хватает, да? Ну, в принципе, ничего страшного, они быстренько у нас набьются. Получу синий камень на атаку. Самоцвет. Воткну его куда-нибудь. А куда его можно воткнуть, ребята? Можно сюда. Можно? Можно вот эту вот хрень отсюда убрать, выкинуть ее к ядрене фени и поставить сюда. Потому что моему критовщику уже, да, уже некуда будет стать. А можно, знаете что, тот прокачать полностью и объединить их. Тоже как вариант прокатит. В общем, определимся, там уже будет видно. Так, давайте дальше быстренько с вами пройдем вторжение. Я еще билет заодно получу на арену. Кстати, на арену стал ходить почаще. Мне осталось, ребята, 10 тысяч очков. И я получу свой первый артефакт за 25 тысяч очков. Ну, надо еще драться. Но вы посмотрите сами, да, сейчас вот за проход я получаю где-то 160 очков. Это вот на арене. То есть мне нужно, ё-моё, еще дофига нужно, ребята. 10 боев это только будет 1600. Ой.
Да, дофига. Ну ничего, потихоньку, полигоньку, ребята, и как-нибудь выкрутимся. Но я просто к чему говорю, что в последнее время я нашел чем себе, нашел для себя вот здесь занятие, чем мне заняться. Будем укреплять себе броню, вставлять камни, получать очки, и, возможно, к Новому году мы как-то с вами выровняемся и уже будем раздавать пирожки непрошенным гостям. Иначе это никак не назовешь. Все сундуки, ребят, которые у меня были, там, я не знаю, их, по-моему, 300 или 400 было, я все повскрывал. Ох ты, нифига себе. Ха, черпак синий мне выпал. Надо будет посмотреть по поварам, что у нас там получается. Что-то как-то добренько ко мне игра сегодня. Ну-ка давай. Ага, тут ресурсы. Давайте-ка посмотрим, где мои повара. Вот они, сидят, грустят. А ну-ка. А здесь, во! Вот это другой разговор. А этот мы... Подожди-ка. Сколько у него? 1229. Хм, тут лучше. Тут лучше. Понятно все. И здесь... Значит, можно смело его не одевать, елки-палки, а разбирать. Вот. Ну, а вот это вот, ребята, что пыль мы получаем с бухты, ну, я считаю, что это полная ерунда, там копейки буквально, ребята, падают. Нет, если проходить ее полностью, да, там можно еще и легендарную пыль прихватить. И свитки. Но пока я вот так вот, что у нас тут в сообщениях. Так, ты где, Фокси? Так, ну, заходи в качалку, в качалку. Фокси, я буду с тобой и братом в качалку. Так, Roblox. Значит, у нас Халк подал заявку на КВ. Это хорошо, ребята, надо глянуть, что у нас там с КВ. А, через 3 часа только, понятно. Ладно, подождем. Так, ну что, давайте дальше продолжать вторжение отбивать. Потом, а слушайте, мы можем, знаете, что сделать, ребят? Сейчас подать заявку, как говорится... Будем и там, и там. Двух зайцев, как говорится, одним выстрелом. Сейчас быстренько и здесь пройдем. На бухту сегодня не идем, потому что, ребят, я ее уже сделал. Подарки я тоже вам отослал. Ваши, естественно, тоже получил. Всем большое спасибо. Кто помнит, не забывает. Ой, уже набрались сопернички. Все, идем тогда быстрее туда. Сейчас, как говорится, пальцем в небо ткнем. И где? Я посередине, ясно. Как обычно, да? Ну да, ребят, как всегда. Много здесь я не повоюю. Но, тем не менее, свои 25 и 100 я должен здесь срубить. Поехали вот здесь вот с вами повоюем. То есть 125, 150, 160 очков, ребята, это у тебя выходит стабильно. То есть уже есть какой-то плюс участвовать здесь. Раньше же, помните, да, 50 каких-то там очков замухрышинских, которые вообще толком ничего не решали. Сейчас все намного лучше и комфортнее. Поэтому, ребят, артефакт будет буквально уже скоро. Так, и я пошел быстренько здесь. Вторжение. Как вы знаете, ребята, играю я просто в свое удовольствие. Никакие ни гайды, ничего такого я не делаю. Потому что, ну, честно говоря, неохота мне этим заморачиваться. Потому что есть много игр, в которые я играю, и если я буду по каждой вот внедряться, что-то там выискивать, вынюхивать, ну это нет. Это вот есть ребята узкого профиля, которые действительно разбираются, каждый шпунтик-винтик отдельно, это отдельно. Нет, я, ребятушки, играю, я иногда даже смотрю этих людей, тоже что-то для себя подчеркивая, но это не афиширую, просто чисто для себя. Вот, поэтому вы можете просто заходить и смотреть, как я тут балдею, как у меня идет развитие по моим героям, что у нас новенькое появляется. Как... Так, подожди, елки-палки, сижу тут, рассусоливаюсь, эй, братюни, погодите меня, иду, 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 нет, сюда не пойду, вот, эй, вот сюда, давай сюда забежим, пару фофанов расставим, если получится, нет, должно получиться, или нет. Эй, что-то нас как-то прожимают, ребята.
Тихо. Ну-ка нафиг. Эй, ребят. Да ладно, чей лучник победит? Да ну мне... Как так? Он же был по мощам слабее. Не, ну, ребят, я не спорю, конечно, что я тоже иногда выигрывал и 1 800 000, там, 50 мощей. Но здесь-то как глупо профукать, я не знаю. Два арбалетчика у него там было. В принципе, заведомо должна быть проигрышная катка, но он как-то вырулил. Не могу понять, почему мои эти, как всегда, не резали. Мои маги где-то там отдыхали на Гавайях, на Кубах. В общем, одним словом, мы профукали. Ну и фиг с ним, ребят. Билетов у меня пока хватает, там больше 10 их, так что похожу, подерусь. Так, уже опять выбор соперника. Сейчас подойдем. Сейчас мы... Подожди, сколько у меня билетов-то? 13. Ну и еще сейчас здесь выиграем, будет 14. Ой-ой-ой, как-то меня так круто унизили. Вот такого можно вполне победить. Даже вот такого, несмотря на то, что вроде бы кажется, да, у меня столько мало мощей. А бывает, ребят, вот так заходит и все. Ладно, поехали вот на этого. Но здесь, скорее всего, мы профукаем. Так, смотрите, да, я также, ребята, сделал себе. Хотя вот робу, наверное, надо поменять. Может быть, из-за робы мы проигрываем. Ну как, проигрывает у меня мой убийца. Потому что он не такой, как сказать вам, юркий, быстрый. Вообще, броня у меня на что стоит-то, если честно? Давайте посмотрим. Броня, маг-броня и крит. Ага. А у лучника... просто на урон. И снизить урон противника на 65%. Ну, не знаю, ребят. Пускай пока так остается, как оно и есть. Мне бы вот еще одну броню бы, легкую, легендарную. Было бы все нормуль. А так одну шму. Но эту я не хочу ставить, потому что, ребят, она эпическая, она слабая. Ладно, давайте добомбим все-таки мы этот... это вторжение орочи, чтобы оно уже нам мозги не компасировало. Так, поехали. Ну-ну-ну-ну-ну. Все, разбомбили. Так, отлично. И забираем свой, ребята, сундучок и билетики. Кстати, хотел сказать, да, вот здесь, ребята, помните, было за 1500 сундук. Из него выпало мне... сейчас я вам продемонстрирую даже. Сейчас покажу. Короче, легендарное ожерелье. Да, именно вот это у меня выпало. Слушайте, я доволен был как удав. Я вот это сразу снял, потому что оно слабее. Тут на 92 уровень, тут все-таки на 98, и по статам оно будет покруче. Но вот это ожерелье, не знаю, либо его разбирать, либо ставить на какого-нибудь мага. Но если смотреть по магам, то оно самое слабое вообще для всех, ребят. Поэтому как бы оно не в удел мне. Можно, знаете что, оставить на потом. Вдруг у тебя появится маг какой-нибудь, да, ребят? Вот, и на него можно будет повесить. Ну давай посмотрим. Ну, не знаю, ребят, как-то... как-то хреновато идет у нас все. Ну, ё-моё, ну что там? Давайте этого-то победим хотя бы, ё-моё. Шу... вот, видите, ребята? Мощь, вроде бы мощнее меня, а проиграл. Ладно, это не показатель. Ну что? Мы с вами вторжение отбили. Сундук мы еще не вскрывали, нет? Нет. Сейчас откроем сундук, заберем свой билет. Это мы на разборку пустим. Так, следующий, давай разберем все, чтобы мне они не мозолили глаза, потому что они меня раздражают, если честно. Сразу инвентарь такой чистенький стал. Все на своем месте, ничего не мешается, ребят. В общем, отлично. Вот эти вот осколки, я вот думал, знаете, зеленые, синие, в переработку их пустить. Но знаете что? Все-таки на легендарных осколках лучше.
и точиться, и улучшать самоцветы. Во-первых, их немного и нужно. И все это быстро. Сколько я там, я прикидывал, сколько нужно вложить синих, зеленых, чтобы улучшить зеленый тот же самый самоцвет по фулу. И сколько желтых, ну, легендарной пыли. Конечно, сразу ощутимо все было. Поэтому, ребят, я буду сейчас ненужные легендарные вещи разрушать в пыль, чтобы, как говорится, шмотки у меня просто не пролеживались, а работали, как говорится, во благо. А затачиваться нам, как вы видите сами, очень и очень много. Кстати, еще не забывайте, что мне нужно буду заказывать, когда вот осколки, ребята, получу. А должен я их получить где? Вот здесь, вот тут, вот. 5 осколков. Ну, после того, как я возьму вот здесь, 5 осколков я приобретаю. И сразу же, ребята, ставлю себе крафт. И крафт будет у меня заключаться в чем? Можно было бы поставить кольцо, да? Но я все-таки решил... Так, секунду. Сейчас мы быстренько с вами выпендримся. Так, ну тут уже некого, ребят, даже бомбить, если честно. Давай на этого нападем. Я просто нападаю, ребята, чтобы хотя бы получить 25 очков вот этих, которые здесь у нас идут. За... то, что ты выступаешь. Да, пофиг, что ты проигрываешь, но за то, что ты участвовал, уже получаешь какие-то, ребята, очки. Ох, там уже он с мячом. Ладно. Проиграл так проиграл. Тут ничего такого зазорного нету, ребят. Я проиграл ему, он проиграл еще кому-то. Это все нормально. Так вот, по поводу вещей. Можно было бы, конечно, поставить... на кольцо. Можно было бы поставить. Но опять же, неизвестно, какое выпадет. Хотя с кольцами, ребят, смотрите, у меня проблема. У меня всего два, а не три. Три. Три легендарных колечка. А вот маги у меня, вот то, что с посохами эпическими, это, конечно, вообще меня не радует. Вот нисколечко. Два посоха. Да и, честно говоря, вот это тоже бы не помешало заменить. Единственная проблема, что я боюсь, что опять скрафтится у нас посох на урон. А он мне нафиг не нужен. Мне либо на рез, либо на хил. Лучше, конечно, на рез. Соточку. И все, я был бы доволен. Ну, на хил тоже сгодится. Вот, я бы сразу бы поставил бы. Если мне посох... скрафтится на урон, я его, ребят, сразу буду на осколки разбивать и уже потом перерабатывать их в пыль и затачивать шмотки, которые у меня сейчас есть. Ну, естественно, эпик я, честно говоря, не особо жажду затачивать. Только легу. Легендарные вещи, ребят. Ниже я не буду. Так, ну что, сейчас у нас закончится уже турнир. Я, наверное, ребят, еще одну заявочку брошу на всякий случай. Сообщения приходят. Ставим шлем Донателло Ролевик. Ставим шлем. Причем здесь шлем? Непонятно. Да-да, ребята, это сообщение по новому видосику, который вышел про черепашек-ниндзя. Так, ну ладно. Тут все. Бухту я не могу, ребята, заюзать. Сейчас еще разочек с вами поиграем на аренке, да? Забираем награду. Давай заберем, посмотрим, сколько нам дадут. Ну, намного я, конечно, не... Вон, смотрите, ребят, скоро будет уже 15 тысяч. И это радует. 110 плюс 30 очков еще. 110, это хорошо, ребят. Так, через 3 часа еще будет вар. Мы еще там с вами сможем заработать маленько. Ну, заработаем мы не там, а вот здесь вот. Разместите ваш отряд, и мы получим тридцатник. А это мне нужно, ребята, для того, чтобы я получил награду за сундук, который здесь у нас будет разыгрываться. Видите, да? Нужно еще сколько там? 36 очков. Ну, выигрыш здесь, конечно, не так себе. Но зато, я понимаю, будет еще сундук за 1500. И нужно будет его быстренько получить. Может быть, еще какую-нибудь легу можно будет оттуда выбить. Если бы я, кстати, в портал ходил бы с улучшением, я бы в разы бы, ребята, больше. Я, может быть, даже не то что осколки получил бы, а может быть, даже и шмотку смог бы заработать. Но так как яблок было мало, я посчитал, что невыгодно, ребята, покупать улучшение себе икстревое.
И пошел, как говорится, просто пофармил в свое удовольствие. Так, ну что, мы делаем заявочку последнюю на сегодня и будем, как говорится, расходиться, ребят, по домам. Эта серия вообще просто, честно говоря, так, в удовольствие решил зайти, поделиться с вами планами своими. Тем более, не забываем, что скоро Новый год, будут какие-нибудь ивенты. Надеюсь, не донатские, а нормальные человеческие ивенты, которые можно было бы проходить в удовольствие. Так, ну что, давайте. Идет подбор игроков. Есть, отлично. Погнали. Ой, здесь я еще хуже нахожусь на позиции, чем до этого было. Но все-таки, погнали. Также, ребята, не забываем заходить на мой второй канал. Ссылка, как говорится, будет в описании. Каналчик постоянно обновляется, новые видосики выкладываются. Так что смотрите, там игры на ПК. Ух, можно спросить, да, почему здесь тоже игры выходят на ПК? Но здесь, ребята, те игрули, которые я начал еще до этого, до своего канала. Просто нет смысла их туда перекидывать. Пускай уже здесь, как говорится, будем проходить на этом канале. А новые, которые я уже начинаю, будут находиться уже чисто на том, на втором моем канале. Так, ну что? Слушайте, а в портале сколько? В портале еще 58, почти 59 миллионов темных душ. Как-то вообще кисло, не хотят даже брать. А тем более у нас заканчивается с ним. Это, кстати, в первый раз вот так вот, чтобы столько темных душ оставалось на вечер воскресенья. Странно. Так, ну что у нас там? 58 секунд. А давайте просто посмотрим, какие тут у нас. Ага. 1,5 ляма. Лям 600. Почти 2. Ну и остальные все жесткие. Ну как жесткие, ребят? На самом деле ничего жесткого здесь нету. Я думаю, что через месяца два после Нового года я по мощам выровняюсь и уже начну себя более-менее комфортно чувствовать. Кстати, у меня есть, ну я не знаю, стоит ли начинать, ребята, второй аккаунт. Я его сделал под другим этим. На другом, короче, эмуляторе, можно так сказать. Вот, ну я, знаете что, сомневаюсь, что если у меня этот эмулятор накроется, что я его смогу потом восстановить. Вот почему-то вот так вот. Опасочка есть, что начнешь, потом мало ли что, какой сбой, надо будет восстановить, а никак. Потому что привязать я его к основному не могу почему-то. Не хочу заменивать. Так, ну что там, фаза прошла? Прошла, ребята. И давай, наверное, возьмем. Да будем маленьких бомбить, елки-палки, что мы тут будем выделываться? Вот этого вот возьмем, лям 600. Давай, на ускорение. Не, давайте без ускорения. Ну, естественно, с артефактами-то, елки-палки. С артефактами и слабак выиграет, ё-моё. А ты давай без заточек, без артефактов, слабо? Да тут половина сдуется передо мной, сразу вам говорю, ребят. Да какая половина? Все сдуются, ё-моё. Ну, что-то как-то у нас затянулось тут чересчур, по-моему, все. Ну, давай, 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 все. Что-то много времени мы на это потратили. Ребят, 39 секунд. 40 секунд почти бой шел. Не знаю. Не знаю, не знаю. И знать не желаю. Поехали. Что еще-то можно сделать? Когда у него откат? Через час, да? Или через два? Блин, хочу пыль. Срочно пыль нужна мне, ребят. Я хочу заточить самоцветы. Когда мы их заточим, будет нормуль все. Это получится у нас. Тут у нас, кстати, еще, ребята, есть эти серые. Их можно затачивать и объединять. Ну, они дешево обходятся нам в плане того, чтобы скачать их по полной программе. Они, по-моему, по максимуму. У них 5. Пятый левел это максимальный, то есть 2.
до пятерочки делаешь, потом скрещиваешь, получаешь один зеленый. Зеленый, по-моему, уже до 15 уровня, если я не ошибаюсь. До 15 уровня прокачиваешь, потом их тоже объединяешь уже в синий. Ну и так потихоньку-полегоньку. Но здесь еще, знаете, в чем проблема, ребят? Не, даже не в камнях и в пыли, а в деньгах. Это просто колоссальные деньги. Стоит их вот это объединить, распылить и так далее. За все, как говорится, нужно платить. Поэтому у меня от 8 или 5 миллионов, которые были, осталось всего 530 тысяч. Вот так вот. Ну что, выбираем, давайте следующий бой. Ну, конечно, неудачно. Вот, знаете, вот ночью, когда сидишь, заходишь, видно, все ребятушки уже спят, и тебе там попадаются такие легенькие, простенькие. Вот там вот зашибись, как говорится, зарабатывать на них очки. А здесь как-то не айсово зашло. Но все равно, тем не менее, давайте ускоримся. Так. Ну, давай, давай, давай. Все, здесь разбомбили. Но опять же, долгий бой, ребят, 21 секунда. 21 секунда, надо где-то в секунд 15 укладываться. Вот тогда будет хорошо. И это всего лишь у нас был третий бой, то есть еще два. В любом случае, ребят, мне не найти такого противника. Ну вот с этим я еще смогу подраться, да? И... да и все, там уже дальше за два ляма. Ну ничего страшного, подеремся. Житель биткоин получил себе уровень. Понятное дело. Как еще известно вам, ребят, да, вот этих вот своих персонажей, которые у меня там 40 уровень дровосека или еще там что-нибудь казначейство 55 уровня, я их постоянно раскидываю, чтобы они приобретали еще какие-нибудь профессии, еще. Вот, например, здесь у меня какого? 55 уровня казначей. Вот. 30 уровня он повар. Сейчас он у меня занимается алхимией. Пускай развивается. Вдруг фиг его знает, ребят, что там в дальнейшем у нас, какие обновы будут. Тем более, как я читал, разработчики приступили к производству, так скажем, к разработке второй части продолжения эпической саги про нашу принцессу. Не знаю, правда, когда она выйдет. Они, наверное, еще и сами не знают этого. Но, тем не менее, уже, как говорится, лед тронулся. Блин, да что такое? А, ну да, здесь-то... здесь понятно, ребят. Здесь мы должны были проиграть, потому что... по мощам. По мощам мы здесь не вытянули. Ладно, еще один бой мы с вами держим. И расходимся. Эй, яблочки. Я яблочки, ребята, копил. Думал, еще схожу немножечко в портал. Побегаю, а потом подумал, а смысл? Смысл какой? У меня 1800, да? За бой я получаю 300... ну, давайте так, 350, грубо говоря, да? То есть два боя это 700 очков. Каждый бой у меня отнимает 46 тысяч яблок. Ну, нет смысла, ребят, нету. Единственное, что вот только из-за очков, это получается 56. Ну, если только из-за очков, да, можно будет походить. Но это я уже, ребят, сделаю за кадром. Сундуков-то никаких не пропустил я здесь? Нет, не пропустил. Хотя можно, знаете, что, ребят, сделать? Можно рвануть, например, вот за этим сундуком на 77 уровень. Максимальный, по-моему, у меня 79. Если я, ребят, не ошибаюсь. Да, 79. 80 уровень я взять, к сожалению, не смог. Ну ничего, ребят, все впереди. Все впереди. Это хорошо, когда есть к чему стремиться. Когда у тебя все пройдено и тебе делать нечего, вот это вот плохо. А когда есть к чему стремиться, это очень хорошо. Так, ну что, давай, 13 секунд эти быстренько проходят. И мы с вами идем разруливать. Это у нас будет последний бой. Ну, два воина тоже неприкаянных у меня тут ползают. Не, как говорится, не взять, не отдать, не взять. Так, последняя фаза. Ой, ну это понятно, ребят. Тут так и должно быть. Некого просто больше бомбить. Давай вот этого, которого два ляма.
корейца. Тыц-тыц-тыц-тыц-тыц. Не, вот главное, вот начинаем, мы как бы неплохо, да, урон наносим, все. Но потом почему-то вот какой-то перелом получается, и все, и нас начинает бомбить. Видимо, когда доходит время до артефактов, да, они откатываются, он меня начинает этим делом прожимать. Потому что вначале он так отгребает по-жесткому, вы сами прекрасно это видели, я его просто начинаю щемить. И потом где-то в середине боя резкий такой перелом, и все идет против меня. Ну ладно, подождем минутку, заберем, и все. И уже увидимся с вами в следующей серии, ребята. Серия будет, наверное, уже какая-то. Про что? Я даже не знаю, ребят. Наверное, подведение итогов этого ивента, скажем так. Я сомневаюсь, конечно, что я за 4 дня возьму вот этот меч. Очень сильно сомневаюсь, потому что, ну, накопить мне просто на него будет нереально. Хотя хотелось бы хоть одну-то вещь-то получить с ивента. Хотелось бы. Но не знаю, получится, нет. Я на этот-то коплю, на самоцвет, фиг знает. Весь день сегодня бегаю, практически все задания выполнил. Ну и, как видите, нифига не хватает мне. Ну не хватает-то буквально 50 очков. А это я, ребят, знаете, где сделаю сейчас? Я схожу в портал два разика и эти 50 очков себе добуду. Кстати, а по-моему за арену уже тоже дают очки, да? Сейчас посмотрим. По-моему, да, дают, 50 очков вроде бы должны. Сейчас она закончится у нас, и мы посмотрим. И я заберу тогда себе этот синий самоцвет на атаку. И будет очень хорошо. Я доволен. И они довольны. Так. Надо, кстати, заказать. Ага, заказать. У меня маны нет, ребят. Хе-хе. Ну, насколько хотя бы хватит. Вот и все. На один только и хватило, ё-моё. Яблочки на снегу. Эти у меня тут ходят. Вон у меня дров. Хоть раздавай, кому, не знаю, ребят. Через 3 часа вар. Ух. Не уснуть бы к этому времени-то, ё-моё. А то я 2 КВ прошляпил, к сожалению, ребят. Так, забираем свою награду. Где она? Так. Хорошо. Смотрим, ребята. Блин, 30 очков. Всего лишь 30 очков. Ладно. Тогда пойдемте, ребят, в портал. Выбираем вот этих вот гавриков. Магии у меня нету. У меня нету магии. Мне нужна магия здесь. Ладно, будем, ребят, на одном рейсе с вами как-то выживать. Пытаться. Ну, я в плане того, что если нас будут тут прожимать. Особенно вот плохо это, ребята, дело на боссе. Или вот на таких вот магах, которые любят дальние атаки. Я, в принципе, страдаю только из-за маг урона, ребят. Слишком жестко пробивает. Так, ну что, третье. А-а-а, здесь у нас Фрогус, ёпарасоте. Давай так попробуем. Вот, вот что мне нравится вот у моего арбалетчика, что у него стан. На 3 секунды станет. Но, тем не менее, это хорошо, этого хватает. Так, что это за хламоны тут еще вышли? Опс. Потратил, как говорится, получи. Ага. И последний у нас тут босс. Ага, это у нас Чав-чав. Ладно. Да-да-да-да-да. Вот, видите, ребята, станет он. Не всегда, конечно, срабатывает, но тем не менее. Все, ему хана. Хе-хе. Разбомбили. Так, и получаем 28. Этого, по-моему, еще мало. Хотя нет, 58, 30 там и здесь 28, 58 получается. Ну что, ребят, надо забирать. Или пойдем дальше. Хотя нет там смысла, наверное, идти дальше. Ладно, фиг с ним. Давайте. А, нам же еще 75-й нужно пройти. Ладно, поехали, 75, нет. Вначале пойдем заберем, потому что все равно еще им нужно немножко похиляться. Так, отдавай мне. Вот так вот, ребята. Отлично просто. Потом, когда пыль будет, я его заточу. Ну, 1500 по-любасику, ребят, нужно накопить, потому что фиолетовые осколки мне нужны. Ну, премиум тоже. Согласитесь, он не будет никогда лишним. На 5 дней, считай, на неделю, это вообще шикарно.
И вот этот, конечно, бы тоже самоцветик бы не помешал. Я даже считаю, что самоцвет в данный момент для меня лучше, чем даже эпическая броня. И потом вот она, красотуля. Не знаю, конечно, можно было бы на лук идти, но, ребят, я думаю, что все-таки меч, он как-то... Смотрите, при атаке есть шанс восстановить себе здоровье. То есть это, грубо говоря, небольшой вампиризм присутствует. И вот насчет метки, так, отмеченная цель получает на 50% урона больше от бойца, повесившего метку. То есть, ну, ты же бьешь, ты же вешаешь, ты же бьешь, ты же, соответственно, и наносишь ему урон. Ну что ж, давайте пройдемся, ребята, по 75 уровню. Посмотрим, как у нас здесь все это дело произойдет. Давайте немножко вот так вот сделаем. Так, маг у меня там один в критическом состоянии, это плохо. Ну давай, хорош. Ну здесь-то мы их разорвем. Лохмотье просто. Когда вот какие-нибудь воины, да, ближники, без проблем. Вот лучники тоже, ребят, для меня никаких проблем. Как только вот сталкиваюсь с пачкой магов, все, караул, просто караул. Разбирают на ура. Опс. Ярость выпала, отлично. А тут нам с вами просто повезло, смотрите. Я просто на одном дыхании сейчас иду, ребят. Не напрягаясь, не ускоряясь, ничего вообще не делая. Они сейчас все сами здесь... А, нет, вот здесь надо помочь, помочь нашим ребятам рисануться. Так, кто у нас там босс? Дракон. Ну, это, ребят... По-моему, он, если не ошибаюсь, будет бить одного лишь... А, нет. Он всегда бомбил у меня этого, лучника. Да-да-да, вот он от него никак не может отстать. Вот сейчас он встанет, он его опять, наверное, сейчас убьет. Видите, постоянно. Ладно, пробьем. Даже немножко вот так вот сделаем. А хотя не стоит тратить на него больше ничего. Видите, и мои ближники все время стоят в заморозке. Ничего не могут сделать. Опс, отлично. Забамбахали. Поехали с вами дальше. Возьмем, как говорится, этот сундучок с вами, и все будет хорошо. Что такое? Подожди секунду, ребята. Ко мне кто-то пришел. Ага, привидение. Дружелюбные, якобы. Так, ну а мы продолжаем. Слушайте, можно, конечно, сходить в магазин и купить себе маленько воскрешалок. Можно же взять капельку. Я думаю, не то, что можно, а нужно даже. Пригодится. Слушайте, а я же вроде бы одну ледяную магию уже сделал, так? Почему? Почему ее нету? А, нет, ребят, я наоборот заказал. Я заказал одну. Ладно. Опс, еще одну сделаем с вами. Хорошо, будем без ледяной магии играть. Хотя, на самом деле, она очень помогает в критической ситуации, когда, например, ты не успеваешь, там же есть откат, ребята, у каждой магии. И ты не успеваешь просто рисануть всех, заморозку бросаешь, на 3 секунды они встают в стан, и в этот момент, естественно, ты резаешь своих воинов. Так, ладно, здесь кое-как мы с вами... Прошли. Блин, вот ненавижу, ребят, вот обычно вот этих вот говнюков я всегда замораживаю. Стрелков вот этих вот магов. Вот почему-то вражеские маги, вот они здесь мощные. Как только ты возьмешь мага себе, все, ватой-ватой становишься. Ой, тем более вот эти вот мыши. Тем более, ребят, вот эти вот мыши летучие. Противные. Ох ты, как, смотри, ребят. Я боюсь, мы тут можем упасть. Нет? Пробились? Пробились. Фух, хорошо. Так, предпоследний бой. Блин, опять эти големы, а. Ну давай, ярость. Ну-ну-ну-ну-ну, только не падайте, не падайте, родные мои. Давай-давай-давай, пробиваем, пробиваем. Ух, есть. Так, и у нас здесь паук, баба, да? Точно. Точно, именно она. Так, давай ее пробивать. Смотри, как она моих ближников валит, ребят. Просто офигеть. Надо ярость
усилить. Есть, пробили мы ее. Угу. Ну что же, двигаемся дальше. Вот и 77-й, ребята, уровень. В принципе, я сюда шел ради сундучка. Так, ладно, пускай немножко они похилятся у меня. Не пойдем сейчас в бой, пока здесь соберем все, что у нас откатилось, насобиралось. Фокси, Фокси, Фокси. 74 осколка, ребят. Ну, то мало, конечно. Так, мастер на все руки. Это что у нас связано с просмотром рекламы? Сила в единстве. Ну, это вот как раз мы с вами получим еще 30 очков, ребята. И, в принципе, этот сундук я вскрою. И противостояние. Ну, это просто на карте надо драться. Драться на карте. Ну, это вот так вот. Просто нападаешь на игроков, и все. Ну, тут кого не возьми, блин, у всех такая мощь, ребят. Я по сравнению с ними просто ребенок, елки-палки, в ползунках тут бегающий. Так что в последнее время я ни на кого не нападаю. Причем я даже, ребята, уже давным-давно не собираю себе этот кубки. И вот как стоит, меня атакуют. Потом почему-то как-то опять я набираю ее за счет того, что на меня нападают, блин, и проигрывают. Как-то фиг поймешь, ребят. Ну что, давайте сделаем с вами последнюю заходочку вот на уровень 77. Надеюсь, у нас получится его пройти. Получим сундук, посмотрим, что у нас там будет. Так, маги эти позорные. Некроманты. Ого. Это веселуха была сейчас. Так. Опять маги, опять воины. Короче, вся эта шушера подзаборная здесь появилась. Ага. Так, здесь тоже пробили. Но единственное, ребят, смотрите, проблема в чем. Что у меня у воинов очень мало хп. А здесь эти сундуки. Ага. Ну давай, 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 давай. Пробиваем, пробиваем эти сундучки. Этих мимиков. Все, прожарили мы их, ребят. Так, ну это сейчас будет выделываться, конечно. Но ему здесь недолго жить. Ты прикинь, да? Сколько мы у него минусуем. Ворот, ворот. Как он вот умудряется столько, столько жизни у него. Это офигеть. Все, он упал. Двигаемся дальше. Предпоследний бой. Здесь у нас, блин, хреново у нас здесь. Два мага, арбалетчики там. Ага. Так. Ты смотри, что твори. Ты посмотри, что происходит. Эй! Вот так вот, ребята. А была бы заморозка, им бы было бы хана бы. Ладно. Не взял, так не взял, ребята. Ну, попозже возьму, если, конечно, успею. Когда у меня сделается хотя бы парочку заклинаний заморозки, и я их там порву. Как тузи-грелку. Ну что же, на этом будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. Увидимся с вами в ближайших видосиках. Так что всем пока и удачки.